Кто смотрит нас на YouTube, там сейчас будет распаковка. Ох, не пропустите. На радио прощаемся до 8.58. Так, срочно. Значит, пока ты... ну, надо еще камеру повернуть. Да, куда? Чтобы было все видно. Давай. Камера, а сейчас нам Ксюша повернет. Ксюша, значит, камера, чтобы было все видно. Я не знаю, что это значит. Распаковывай. А давай скорее мы уберем вот это вот, что нам мешает. И вот это вот тоже. Приберемся немного. Что у тебя не прибрано здесь? Ты давай распаковывай. Женщин-то в доме нет. Начинается. Вот это вот все. Прибраться некому. Так, Ксюша, скажи, видно микроволновку? Да. Прекрасно. Извини, что она у нас такая грязная, даже как-то неловко. Женщины в доме нету, прибраться некому. Да. Так, дотягивается. Ну что, я должен пальпировать, там коробка. Там коробка, что я буду пальпировать? Ничего, тут просто какая-то плоская коробочка. Довольно легкая, ну, надо сказать. Давай уже быстрее открывай. Да, времени хорошо. Не хватит. Времени не хватит, там долго. Еще 40 минут в микроволновке надо, да, что-то делать. Она мне подарила, наверное, коржик какой-то, я не знаю, что. Вот. Сейчас. Что это? Мы сейчас прервемся на новости с Мариной Старцевой. Это распаковка. Так, здесь у нас действительно есть коробка. Упакована в пупырчатую пленку. Дошла неплохо. Мой подарочек для Саши. Так. Ну-ка. Это? Это хрень. Это чипсоделка, Саша. Чипсоделка. Класс. Креа-чипс называется. Ну. Так. Ладно, сейчас мы попробуем. Ты, картошка. Что же, и бульбу с собой принесли? Конечно. Где ты видел белорусскую без картошки? Батат. Да. Вонять будет, наверное. Чипсы нет. Ничего. То есть у нас и распаковка, и контрольная закуска, в принципе, в одном лице. Ну, сейчас, после новостей продолжим. Я все помыла? Давай. Так, продолжаем. Так, значит, я хочу единственное, что спросить, ничего, что она будет здесь и работать вот здесь на тебя, или тебе нужно куда-нибудь отойти? Может быть, вредное излучение на тебя воздействует? Я же не буду тут стоять, что? Я отойду. Точно? Открывай, давай, а ты не родишь потом, знаешь, что это? Дури. А я буду виноват, знаешь, распаковка. Не надо. Так, вот. Смотри, что, как этим пользоваться? А, ты сначала нахреначиваешь. Сначала резко... Да что такое? Короче, состоит она из вот такого корпуса, куда потом совать чипсинки. Чипсы. И ножа, вот это нож. На нем, значит, натирается бульба. Натирай. Я так понимаю, вот так это делается, наверное, да? Или вот так даже. Как? Ну, уже натирай как-нибудь. Натирай как-нибудь. А это зачем? Это вот так ты делаешь, да? Прижимаешь. Угу, а что, с кожурой прям? Ну... А, ну да, не чистить же дом, не почистить же мне картошечки. Ясное дело, она понятно. Она же чернеет, ты что, не знаешь? Ага. Она окисляется, наверное. Эх. Ну, как вам сказать? Да, а, не, надо на самом деле, чтобы куда-то она падала, а то она не падает. Ну, надо признать, что они тонкие какие-то получаются сейчас. Я так по-армейски, с толстой шкуркой. Сейчас с толстой срезаю. А, эта штука, чтобы не порезаться потом. То есть сначала ты так делаешь, вот а потом вот так. Саша, чищенная ни картошка. Подожди. Так. Ну, о, ладно. Видишь, у тебя как красиво, да, получается. Да, молодец. Смотрите, получилось немного чипсов. Вот. Ну, в смысле, заготовок для чипсов. Часть из них будет с кожурой, так сказать, в мундире. Вот, чипсы в мундире. Вот, а часть уже все-таки Лена сподобилась почистить мне. Взяла какой-то тупой нож. Вот. Это самый острый нож, который нашелся у меня дома. А, это твой? Я думал, ты в редакции. Я почему сказал тупой-то? Я думал, он редакционный. Нет, твой-то острый наверняка. Наточенный. Конечно. На камне. Специально. Так, ну вот, короче, мы сделали каких-то чипсов, да? Каких-то. Каких-то. Ну, у тебя не так плохо получается. Смотрите, они достаточно тоненькие получились. В общем, ладно. Так, это прибери. Давай, расставляем чипсины. Да, их надо вот так расставить. Нет, давай, я расставляю. Нам не видно ничего. А ты посмотри, сколько минут надо готовить. Значит, их надо в зависимости от этой самой мощности. Вот если на 800 ватт поставить, то можно 3 минуты. Сейчас вот мы поставим на 3 минуты как раз. А ты руки помыла, то я эти чипсы есть не буду. Да нет, конечно, разумеется. Я вообще руки не мою, в принципе.
Тут, кстати, можно не только из... Интересно, сырая картошка крупная или нет? Я ни разу не пробовал. Не только, кстати, можно картофельные чипсы готовить. Ну, какие-нибудь морковные, полезные, яблочные. Как догадались, что ее есть можно? Интересно. На вкус так себе. Так, это все лишнее. Это все лишнее, лишнее. Ничего. Да, вот это вот все мелочь, да. Это все очистки. Давай. Да, держи. Вот. Значит, картошечку. Чипсы, говорит, есть не буду. И хорошо. Конечно. Другое дело, что мы не посолили. А что такое несоленые чипсы? Это, прямо скажем, деньги на ветер. Так, а сколько тут ватт-то? Хрен поймешь. А видно вот сюда быть, нет? Там видно? Ну, по идее, микроволновку видно. Дико грязная вещь внутри. Так, значит, микроволны. Это что такое? Нет. Сброс. Вообще можно вечно смотреть на то, как готовит мужчина. Ну ладно, поставим на 5 минут. Я не знаю, какое тут излучение. На 6. Нет, 6 много. Главное, чтобы тут ничего не разорвалось. Жалко все-таки студию. Ну вот 4. Что, не получится сразу? Горячее, не сырое. Ну, я хочу тебе сделать комплимент. Она еще ни хрена не крутится у нас. Сказать, что ты справился с нарезкой картошки неплохо. Ты вообще слушаешь, что я говорю? Нет, конечно, никогда причем. Она вообще не работает. Надо было еще и микроволновку с собой притаскивать. У меня нету, кстати, микроволновки. Я не разогреваю еду дома. Она мне не кажется, крутит. Что микроволновка портит вкус еды. Я разогреваю в духовке. Согласен, у меня есть, хотя она портит вкус еды, но иногда надо что-то срочно, надо для разморозки вот так. Размороженная она... в микроволновке тоже еда не очень. Ну иногда надо, ничего не сделаешь, правда? Так, там что-то трещит, у тебя что-то получается. Да я не знаю, что получается, она не крутит, понимаешь, в чем дело? Ну может быть и без вращения получится. Ну не крутит, знаю. Но как ты готовишь? Да хрен знает, да. Что делать? Давайте в чате, у кого есть микроволновка, тот плюс ставит, а у кого кстати, нет микроволновки, тот минус. Вы же, кто здесь писал, что у вас такая дома есть? Напишите, сколько минут готовить. Так, дома делаем 10-15 минут на 800, на мощность 800. Тут 3 минуты на 800 написано. Ну, сколько у нас есть? У нас еще есть минут 5. Звоните 01. Да. Микроволновка у тебя фонит, наверное. Мать, свинцовый этот надо. Фартук. Да что ты за меня так переживаешь? Дай я уйду. Дай. На самом деле, я, конечно, вру, ничего не фонит, но это ладно. Надо же забуду о тебе как проявить. Ну скажи, ты рад? У всех плюсы, все микроволновками пользуются. Ты подарку рад? Очень. Вообще вещь. Особенно нож, на котором нарезать. Что там, приготовилась? Да нет, конечно. Ну, хоть что-нибудь меняется? Ну, что-то меняется. А, что-то меняется. Она не работает. Нет, ну запах есть. Там просто тарелка зависла, застряла. Она не застряла, она просто не крутится. Она ни за что не задевает. Она ровненькая уже. Да, кстати, ее просто мог Виталик наклонить. Да, открывай, поправим. Да ничего ты не поправишь. На, ну... вот, ну, поправляй, что. А, ты имеешь в виду сама да. Вот этот палец? А, в этом смысле. Да, вот в чем дело, конечно. Ну, о, закрывай и нажимай. Не, хрень, ничего. Ну, наконец-то. Да, тупой, да. Это я тупой. Ай. Ну, ты уже там уймись, что ты столько кнопок сейчас. Нажал. Да я просто хочу выставить, многовато получается. Ну, 3.27, нормально. Ну, просто по времени смотрю. Опять. Нет, крутится. Но плохо. Да что ты? Да, нападай. Ксюша, у нас есть инструкция по микроволновке. Можешь Саше принести почитать? Какая инструкция? Ксюша, я что ты врешь? Ну, просто есть, реально. Я даже знаю, где. Ксюша, святой человек вообще. Да, ты над да. ней издеваешься. Нет, не над ней. Я уже ничему не удивляюсь после того, чтобы принести микроволновку. Вот, смотри, все работает. Ездит по кругу твои чипсы. Представляешь дома, как приготовишь сегодня? Как по чипсикам. Вмажу пивка и завтра в школу не пойдем.
Я тебе могу 3 картошки подарить, оставшиеся. Ну, спасибо. Белорусская? Нет, перекрестовская. Мне вчера из деревни привезли. Выбирали картошку, ездили в Рязанскую область. Класс. Слушай, отличная вещь, на самом деле. Очень клевая, да, спасибо. Наконец-то ты оценил. Сколько стоит? Я не посмотрела, сколько стоит. Ну, там все очень дешевое. Там все очень-очень дешевое. Это в пределах... Ну, это Алишечка. Да, в пределах 300 рублей. Я посмотрю. Я забыла. Значит, пока вы наслаждаетесь вот этой штукой, я вам скажу, что стартовал канал. Уже мы вам рассказывали с Таней, когда работали. Стартовал канал. Называется «Всякая Алишечка». На нем, кстати, 170 участников. Куда мы выкладываем? Я выкладываю самые интересные наши распаковки. В смысле, сами по себе лоты. Где они, сколько стоят, доставка там и так далее. Вот. Так что можете присоединяться. Называется «Всякая Алишечка» в Телеграме. Кто пользуется Телеграмом, вперед. Я сейчас кину еще ссылку в чат на него. Так, вот. Кошечкой запахло. Да. И сейчас мы будем начнем уже пробовать. Как я люблю запах картошки. Так. Нормально. Сделай лицо повеселее, у нас сейчас завтрак будет. А меня пока все равно не видно. Тебя видно очень хорошо. Да? Да.